Давайте пойдем. А пока что, как мы видим, нет, но будем ждать дальнейших каких-то действий. Вполне возможно, что и разрешат увидеться с отцом. Но я бы на это надеялся, конечно. Какое решение вы ждете? Какое решение? Пока даже неизвестно. Пока что мы приехали сюда, чтобы увидеться и со сторонниками отца. И, конечно, надеялись, как вы знаете, в последний момент сменили точку, где будет избрана мера пресечения, насколько я понял. Сначала это был городской суд, потом в последнюю минуту это стало здание ГКНБ. То есть все это так странно на самом деле. Как вы думаете, с чем это связано? Я думаю, с тем, что если бы эта мера пресечения избиралась в здании горсуда, то все-таки там были бы некоторые элементы гласности, люди бы смогли присутствовать, весь беспредел. Сейчас же беспредел, он будет проходить в четырех стенах, куда ни мы, возможно, и журналисты не будут иметь никакого доступа. Скорее всего, это просто, знаете, очередной знак такой трусости и подлости.